И о спорте. Чемпион Fight Nights Алиасхаб Хизриев провел мастер-класс в Избербаше. В местном клубе «Боец» спортсмен поделился секретами своего мастерства, показал эффективные приемы и комбинации. Чем еще именитый гость порадовал юных спортсменов, расскажет Курбан Рагимов. Он нокаутировал грозного бразильца Пальхареса и разгромил швейцарского самурая Энамото. Сочетание скорости и левосторонней стойки Алиасхаба Хизриева доставило немало проблем бойцам полусреднего дивизиона. На открытой тренировке чемпион лиги Fight Nights показывает весь свой арсенал. Честно говоря, я обрадовался, что дети вот так тренируются, условий нету, но все равно тренируются. Это для ребят и для самого меня, когда я ходил в зал, у нас тоже не было условий, но мы стремились. Видно, у этих ребят будет будущее, поэтому что не прийти, не показать то, что ты можешь. Мы тоже когда-то, когда были молодыми, и когда кто-то мечтали, что кто-то пришел, показал нам что-то хотя бы, или просто, что пришел там, посмотрели на нас, там, то, что вот тренируются, молодцы. Участники мастер-класса внимательно следят за каждым движением чемпиона, старательно выполняют задания. Для этих детей приезд именитого спортсмена стал настоящим праздником. Мне понравилось, как он показал удушающий прием, который я не знал, не видел ни разу. Надо пробовать на соревнованиях, на схватках. Будем делать. К нам приезжали Рамазан Имеев, Устар Магомед Гаджидаудов, Рашид Магомедов, бывший боец UFC, Расул Сальгирей Расулов. Ну, много бойцов приезжали. Что они показывают? Ну, они, у каждого своя техника, и показывали разные приемы. Мы, конечно, мы все запоминали и использовали это все в боях. Больше нравится, когда ты усердно занимаешься, и потом тренер берет тебя на соревнования, и ты занимаешь первые места. Ну, сколько раз, сколько медалей у тебя дома? Где-то 30 с чем-то. Юные файтеры выступают по самым разным видам спорта – рукопашный бой, ушу, сандай и грэплинг. Сейчас они готовятся к очередным соревнованиям. Бойцам уже 10 дней помогает Мухаммад Тимеев. Чемпион мира по грэплингу в этом зале – самый частый гость. Так как бои – это смешанное единоборство, там немалый акцент уделяется партеру. Вот, именно партер я с ними отрабатываю, болевые приемы, удушающие, вот то, что основное, то, что в партере проходит у них. Первый раз приезжал, они были совсем маленькими, сейчас уже видно, что они набрали, физически, технически уже выросли, они вот видно под ним. Площадь этого зала составляет около 150 квадратных метров. Он не вмещает всех желающих, поэтому тренировки проводят в 4 смены. Всего здесь занимается около 120 детей. Помещение обустроили своими силами. О переезде в другое место речи нет. На это у тренера Атая Атаева есть свое объяснение. Мы сами в этом зале поднимаемся. Это самый такой зал баракатный. В этом зале у нас, в этом зале я воспитал 15 чемпионов мира. Получается 14 чемпионов России. И у нас, я сам выезжал на Россию, на Европу, на мир. Здесь так, это такой зал, где кузница чемпионов. И чем больше зал будет, чем больше учеников, толку не будет. За каждым успевает, кто будет. Один там будет, другой там. Здесь все устраивает? Здесь все устраивает, здесь нормально. С каждого видно, каждый отрабатывает и каждый настроен на победу. На счету Алиасхаба Хизриева 10 побед без единого поражения. После ряда ярких выступлений в лиге Fight Nights спортсмен готов к новым вызовам. Впереди подписание контракта с сильнейшей организацией мира – UFC. Жду предложений за океаном. Сейчас уже визу тоже открыл, все, и в скором времени вы увидите меня там за океаном. После тренировки юные файтеры еще долго не отпускали своего гостя. Причем на расхват был не только сам боец, но и его чемпионский пояс. Курбан Рагимов, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Избербаш.